какой он милый! Как мэр города детишек. Обязательно всегда сравнивать меня с милым ребенком. Я милый мужчина. Да, ты у нас мужчина. Ну, хватит, хватит. Да хватит уже! Просто выслушай меня. Раньше я не осознавал, что мой размер, моя фигура является... Как бы ты ее назвала? Невзрачной. Что? Я бы не назвал себя невзрачным. Думаю, я пытаюсь спросить тебя, пусть и не очень красноречиво, но... Ты бы сошлась с невзрачным парнем? Ну, я уже изрядно набралась, так что, возможно, во мне говорит Грок. Но знаешь, может быть, я... О, боже, викинги! Этот замок сгорит в огне! В огне наших жгучих северных танцев! О, нет! Незваные гости! Вечеринка окончена! Сообщите родителям, чтобы забрали вас! Полегче, это вечеринка Бин! Показать тебе замок? Привет, Бин. Я же тебя не отвлекаю, да? Не против, если я присяду? Что ты делаешь? Ты пускаешь свою шимпанзе на постель? Я эльф. Это распространенная ошибка. Не передашь мне подушку? Когда меня переполняет ярость, у меня спина болит. Держать ее в себе очень вредно. Не желаешь прилечь? Эльфа, прочь из моей комнаты. Это твоя комната? Ты принцесса? Эльфа, я тебя убью. Ты не можешь меня убить. Я нужен ее отцу для эликсира жизни. Это типа страховка. Эликсир жизни? Твои снежные волосы и яростное дыхание напомнили мне о родине. С тобой было хорошо, но мои приоритеты изменились. Свен, стой! В чем твоя проблема? Эти выходные были моим единственным шансом на свободу, а ты все испортил, прямо как мой папа. Ты словно маленький зеленый зог. Прости, я был слишком агрессивен. Я снова буду пассивно-агрессивным, ведь это так мне помогло. Уже поздно. Вечер стал очередной разбитой каретой. Я хочу разогнать людей по домам и уединиться с любимой книжкой. Стой, где вместо страниц бухло? Да, от нее не оторваться.